Для создания у жителей Ленинского района новогоднего настроения большинство объектов потребительского рынка муниципалитета уже в начале декабря были празднично оформлены. Третий год подряд в районе проходит конкурс на самую красивую витрину. Традиционно малый и средний бизнес активно принимает в нем участие. В этот раз было подано несколько десятков заявок. Заметно растет качество оформления. Украшаются не только фасады, но и прилегающие территории. Конкурс проводится в 4 номинациях. Среди стационарных и нестационарных торговых объектов, учреждений бытового назначения и общественного питания. Комиссия будет оценивать, она сформирована. Туда входит управление архитектуры, управление дорожного хозяйства, благоустройства, государственно-административно-технический надзор. Ну, в первую очередь, это техническое содержание фасадов. Естественно, объекты должны быть чистыми, ухоженными, прилегающая территория благоустроенной. Ну и основное – это наличие светотехнических элементов, которые украшают. Они должны быть художественно выразительны и оригинальны. В этом году правительством Московской области было рекомендовано использовать при новогоднем оформлении предприятий красно-белую цветовую гамму и баннеры с изображением логотипа этого времени года, стилизованной надписью «Зима в Подмосковье». Мы решили украсить наше заведение, чтобы поддержать концепцию города Видное, чтобы нас видели, чтобы нас узнавали, чтобы мы были красивыми, так же, как и наш город Видное. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 декабря. С правилами легко ознакомиться на сайте администрации Ленинского района. Итоги будут подведены до 10 января. Победители получат почетные грамоты и памятные подарки. Но самый главный подарок они сделают сами. Создадут у жителей муниципалитета новогоднее настроение.